Физико-технический факультет готовит специалистов для ведущих научно-исследовательских институтов Сибирского отделения Российской академии наук в областях современной ядерной и лазерной физики. Наряду с традиционным вузовским образованием студенты обучаются навыкам научно-исследовательской работы в штате лаборатории базовых институтов. После окончания второго курса и до защиты дипломной работы все студенты ФТФ распределяются по научно-исследовательским лабораториям, где ведут работу под персональным руководством ведущих сотрудников. Добро пожаловать в будущее образовательной индустрии. МГТУ. Поступай правильно.